Всем привет, ребят. Ну что, я захотел еще дотестировать один вариант, посмотреть, сколько же все-таки урона дополнительно дают таланты смотрителя на архидемоне. Я вам уже показывал, я бил архи с талантом и эмблемой смотра. Ну, разными. И получилось у нас 5,67. Немножко даже больше предыдущего у нас был 5,39. Вот. Что я сейчас сделаю? Открою попыточку и полностью сниму все дополнительные, скажем так, бонусы. То есть уберу эмблему. Уберу, по сути, части питомцев. Единственное, ангела ставлю для отхила. Убираем отсюда тоже эмблему питомца. То есть у нас чистый герой, ну понятно, там плюс-минус вариация, конечно, будет. Это рандомные боссы, но мы все равно за 5 не зайдем. Убираем эмблему. Такс. Снять. Есть. Дальше. Есть. Так, поехали. Тест первый. По команде, как видите, мы всех сняли. У нас получается только чисто будет урон от удар, точнее, от эмблем дополнительный. Ну и герои со стабильным уроном. Ну, плюс-минус, вы знаете, что стабильности в битве замков нету. То есть мы бьем сейчас, по сути, 5 героев, которые будут наносить дополнительный удар. Поехали. Я надеюсь, мы не сольемся, как обычно. Все нормально. Как видите, 500-ки не вылазят. Нам, в принципе, ну, есть, но нам не надо максимум. Смотрим просто на урон без, точнее, с дополнительными ударами. Как видите, они вон вверху у вас вылазят. Посмотрим, сколько мы в итоге набьем таким вариантом. Ну, уже видите, что мы потеряли. У нас было обычно где-то 20 секунд. А у нас 2.20. Мы убивали первого, а тут уже только 2 минуты. То есть максимум там, что мы если 20 на первом потеряли, и на следующих, то где-то 3-4 убьем. И то 4, я даже не знаю. Это мы сняли просто обвеса. Это у нас есть еще дополнительный удар. Ну, по сути, где-то мы три, это потолок будет. То есть три архидемона. Вспомните, былые времена, раньше до одного добивали максимум. Даже чуть-чуть больше будет.
Так, 3, ну, 3,5, 3,50, 60, 565. То есть, ну, 3 и четверть, по сути. То есть это вариант, что у нас есть дополнительный удар. Что мы дальше делаем? Дальше мы на тех героях тыкву мы не меняем. То есть тыковка у нас остается. Здесь меняем, убираем чарку. Ой, говорю, чарку убираем. Талант. На такой, который не будет дополнительно наносить. Вот, допустим, ставим живу. ТУшка нет. Бег. Брали. То есть он не наносит урона. Раз. Два. Тыковка осталась. Стрелок. Берс. Тоже меняем. Берса ставим. Так, гнев не надо. Железка не надо. Разброс. Ставим разброс. То есть мы убрали таланты, которые наносят дополнительный урон. Так, здесь меняем на оживу. Так, тут у нас замедление. Ну, можно замедление убрать. Поменять. Вот, бег. Так, смотрим, что у нас в итоге получилось. Так, берем одну дополнительную попытку. Создать 5 героев, то есть мы везде убрали урон, по сути, то есть таланты, которые не наносят урон, по сути, герои у нас пустые. Поехали. Смотрим, сколько у нас теперь набьется. Ну и, соответственно, мы узнаем, то есть 3 и 560 минус то, что у нас получится сейчас, это и будет дополнительный урон. У нас, кстати, было 5, сколько там? 5,67. Так, 5 умножить на 2 миллиарда. Это 10 миллиардов. Плюс 67. Миллионов. Ой. Что-то я не то сделал. Миллионов плюс 67. То я уже сбился, короче. Ладно. С математикой башка уже не дружит. А потом посчитаем. В общем, что мы видим? Мы убили сейчас только одного. Что у нас получается? 1-2 миллиарда, по-моему. Вот мы еле добиваем, ребят, один. А, это уже у нас даже второй. Фу, да. Ну и тут где-то, я думаю, приблизительно у нас получится. Да, у нас по 2 миллиарда каждый. Итого, что мы имеем? 3. Даже калькулятор таких сумм не считает.
на телефоне. В общем, какой прирост? У нас получилось 3,5, то есть плюс у нас получается до троечки, здесь не хватает 1,2, плюс там 560, то есть где-то 1,7 миллиарда. То есть практически почти-почти один архидемон у нас только убивается за счет талантов смотрителя, то есть это дополнительный урон. Плюс, если ну, вы смотрели предыдущий видос, у нас получается мы за счет сборки вот такой вот плюс эмблемы набили 5, там и 67, ну берем грубо говоря 5, то есть еще плюс 1,5 миллиона, если вы поставите эмблемы. Вот. Для чего я делал этот тест? Я делал этот тест посмотреть, сколько же все-таки реальный, насколько же реальный урон увеличен за счет дополнительного удара. То есть, если вы поставите там какие-то эмблемы, я еще дальше буду делать тесты, которые не наносят дополнительного удара, просто повышают атаку, вы все равно упретесь в отсечку. То есть, если вы хотите больше наносить, мы еще сделаем тест с мелкими эмблемами. То есть, посмотрим, сейчас я гляну, что у меня по эмблемам есть. Где там... первого левела нету, второго левела вот есть, второго мы попробуем с вами сделать тест, просто поставить минимальные эмблемы еще, я думаю завтра это сделаю, то есть посмотреть разницу, мы выставим с максимальным и с минималкой, посмотрим какая будет разница именно в одинаковых эмблемах, то есть там восьмые и девятые против первых, вторых там или вторых, там суть у нас будет только разница в уроне от самой эмблемы. Вот, то есть с данного теста что мы увидели, что сам талант дополнительно дает практически, ну если талант поставить от чего-то чистого, плюс ну почти один архидемон, то есть это немало, я вам скажу, это реально дофига. Плюс, если еще поставить рунками, ну, то есть эмблемой, у вас еще до 5 вы добиваете. То есть, если мы набили просто чисто с талантом 3,5, то есть, получается там даже больше, там получается 1,5, 2, 2 и 3 четвертых, не, блядь, с этой математикой сложно, с этими миллионами ихними, у нас получилось 3 четвертых плюс 1, то есть 1,3 четверти вы еще дополнительно за счет эмблем получаете. В общем, вот так вот. То есть на сегодня это довольно-таки интересный вариант увеличения урона. То есть это видос для тех, кто не знает, как там, допустим, больше набить и как увеличить свой урон. То есть я еще сделаю тест с мелкими эмблемами и надеюсь, оно вам поможет. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.